Сначала делается намерение. Намереваюсь на 2 ракаата сунны утреннего намаза. Затем, стоя в направлении в сторону Кыблы и произнося слова «Аллаху Акбар», поднимаем руки на уровне плеч и кладем руку на руку в области груди. Затем читаем про себя молитву. Субханак Аллахумма ва бихамдик. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. После молитвы читается сура Фатиха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Затем читается короткая сура, например, сура Ихлас. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Затем, произнося Аллаху Акбар, идем на поясной поклон. В поясном поклоне говорим: Субхана Раббияль Азим. Повторив 3 раза. При выпрямлении произносим Самиаллаху лиман хамида. Раббана валякаль хамда. Затем со словами Аллаху Акбар идем на земной поклон. В земном поклоне локти ложим на пол и максимально приближаем их к ребрам. В этом положении 3 раза повторяем слова. Субхана Раббияль А'ла. После первого земного поклона, посидев немного, снова со словами Аллаху Акбар идем на второй земной поклон. В этом положении 3 раза повторяем слова. Субхана Раббияль А'ла. Этим действием заканчивается первый ракат. Затем, поднявшись, точно так же читаем второй ракат. После 2 земных поклонов в конце второго раката садимся на завершающую молитву. В положении сидя держите ноги в направлении в правую сторону и сидите на одном бедре. Сидя читаем молитву «Ат-тахият». التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Затем произносится салават. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Затем, читая следующую молитву.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Затем произносим Ассаляму алейкум ва рахматуллах. И повернув голову вправо, а затем влево, произносим приветствие. После приветствия три раза произносим Астагфируллах. В самом конце произносим Аллахумма антас-салям ва минкас-салям табаракта я заль-джалали валь-икрам. И потираем лицо. Примечание. Это пример чтения двух ракеатов молитвы. Во всех пятикратных молитвах повторяются те же действия. Разница только во времени и в количестве ракеатов.